Пожалуйста, как у нас звук? Ну почему? Ну он принял его, да. Он принял это проклятие как милость Господа. Он принял это проклятие, что это особенная милость Господа, как мы слышали в деяниях читания Махапрабху. Когда он танцевал, совершал киртан в Шива Сангаме, и один житель Навадвипы хотел войти в эту расу, увидеть танец Шри Чайтанья Махапрабху, но двери были закрыты. И этот браман, который пил каждый день молоко, и он это делал всю свою жизнь, и у него были хорошие качества, и у него было также желание увидеть Шри Чайтанья Махапрабху, когда он совершает свой божественный танец, но он был не в состоянии этого сделать. И браман, который находился недалеко от Шива Сангана, он начал думать. И слыша о том, как ночью Харибол, Харибол, киртан разносился повсюду. И когда ему не разрешили участвовать в киртане, он проклял Шри Чайтанья Махапрабху, сказал, что твоя семейная жизнь будет разрушена. И Шри Чайтанья Махапрабху очень счастливым образом принял это проклятие. Это проклятие помогает мне освободиться от материальных уз. Эти йоги, они совершают большие аскезы для того, чтобы разрушить свои материальные желания. У меня это все легко произойдет, потому что я принял это проклятие. И поэтому все, что как вайшнавы, когда все, что приходит в их жизнь, они принимают это как особую милость Господа и никогда не тревожатся. Даже если что-то очень, какие-то особые проблемы приходят из жизни. Когда Кали-йога, Кали, он сломал три ноги, Була, это быка, которая является олицетворением кармы. Но бык не жаловался ни на что. Он терпеливо сносил все эти испытания. Он считал, что все, что приходит к нему в этот момент, то, что он действительно заслужил. И вот в этой шлоке, которая объясняет, которая является очень важной, шлока, которая объясняет, как вайшнавы принимают все, что приходит в их жизни, как мы должны принимать это. Все, что приходит в нашу жизнь, совершается из-за нашей кармы, под влиянием нашей кармы, которая пришла к нам, приходит к нам как последствия в этой жизни, как Шри Парикшит Махарадж. Он принял совершенно очень спокойно проклятие, которое наложил на него сын Брамана, Реши. Он думал о том, что у меня не было времени заниматься бхаджаном и служить Кришне. И прежде я был очень занят семейной жизнью, и у меня было очень много ответственности перед гражданами. Но сейчас, наконец-то, у меня есть 7 дней, когда я могу посвятить их служению Господу. У меня есть 7 дней. Парикшит Махарадж, что он совершил? Шри Парикшит Махарадж, он попросил прощения. Я увидел, что я в курсе, я
наверное, когда он совершил это оскорбление этому риши, когда он накинул на его шею мертвую змею, в тот момент он не попросил прощения у него за свой поступок. Парикшит Махарадж, он является Парам Вайшнавом, и он подумал, если я его буду просить прощения, он будет чувствовать себя очень смущенным. Он подумает, и что из-за ошибки, которую допустил его сын, теперь он оказался в такой ситуации, и поэтому, чтобы не беспокоить его, он отправился. Но когда Парикшит Махарадж, он пришел на берег Ганги, принял приют Ганги Деви. Кто такая Гангаджи? Как мы слышали, что она является... Это слезы самого Кришны. И также мы слышали, являясь членом Ритай самого Господа, который совсем не отлично от самого Господа Ганга Деви. Имя Кришны точно так же, как и его имя, и сам Господь, они ничем не отличны нам и нами, они совершенно не имеют никакого отличия. Также Чаринамрита Господа, она ничем не отлична от Него. Если кто-то... может спросить вас... Из Брахма Самхиты сейчас он цитирует одну шлоку, которая объясняет Пашьянти Пантик. Когда Такурджи улыбаясь, смотрит на нас, Брахмаджи объясняет, что тело Господа является Сачинанда, трансцендентным. Когда мы были в Джаганнатхапуре, слышали от Шрила Вигьяна Бхарати Гасаи Махараджа, когда Шри Джаганнат находится на колеснице, мы предлагаем Богу, мы предлагаем очень много различных подношений, с листочками туласи, издалека мы предлагаем ему свои подношения. Издалека Господь Джаганнат, он принимает все наши подношения, потому что он может это делать различными частями своего тела. Почему он может быть принимать просад с помощью своих глаз и так далее? Он может каждой части своего тела совершать различные действия. Шрила Бхактивинода Такур объясняет, что если вы хотите обрести полное бесстрашие, вы должны принять лотосные стопы Господа как свой единственный приют. Парикшит Махарадж, он принял лотосные стопы Господа в форме Ганги-джи. И он подумал, я ничего в течение 7 дней не буду принимать, я не буду ни есть, ни пить, я не буду спать. Когда Шри Парикшит Махарадж полностью принял приют Ганги Деви, он сел на берег Ганги. И он увидел постепенно,
8 тисяч святих собралися. І Парікшит Махарадж подумав, та величайша милость Господа, що саду, вони собрались також на берегу Ганги. Для того, чтобы пролить особую милость, Шри Парикшит подумал, что я в этот момент могу также обрести даршан этих 8 тысяч святых. Насколько я удачлив, это по особой милости Господа, это могло произойти, потому что как Господь, Он проливает особую милость на падшие души этого мира. И Парикшит Махарадж в этот момент, он подумал, что я бы никогда бы не смог обрести даршан этих святых, а сейчас у меня есть эта возможность. Когда вайшнавы путешествуют, они приходят, они совершают это лишь только по милости Господа, для того, чтобы даровать страдания. И он подумал, что я не мечтал даже о таком возвышенном собрании. И он, его сердце переполнилось радостью, видя это собрание возвышенных личностей. Здесь Шри Парикшит Махараджа, что он также молился о саду санге, иметь общение с саду. Парикшит Махарадж далее он начал молиться, обратившись к браманам, к Риши, к собравшимся. Он молился точно так же в своем сердце, что «О Господь, пожалуйста, даруй мне возможность быть даса, и чтобы я смог обрести хотя бы маленькую частичку этого желания поистинному служить вайшнавам, хотя бы маленькую часть того, что я мог бы реализовать служение вайшнавам. Пожалуйста, даруй мне». Парикшит Махарадж далее, он обратился. Как Шри Чайтанья Махапрабху, он также молился. Даса, он обращался с этой молитвой. Утама Шлока также объясняется, я хочу общаться с теми, кто имеет отношение и духовно реализовали Утама Шлоку. И также в Раджа-гопе, о чем они молили? Катияне Деви. Когда они совершали поклонение Катияне Деви, также как Парикшит Махарадж, и также, как он говорил прежде, они молили о саду санге. Санатана Госвами, он также молился об этом. Вот в этой, и также Шрила Прабхупада
объясняет это в комментарии к этому стиху, то, что мы уже слышали от Шрилы Гурудевы, как Паришит Махарадж молился о саду Санги и о особой привязанности к лотосным стопам Вайшнавам. И когда он спросил собравшихся о цели того, что самое важное для дживы этого материального мира, чем она должна заниматься. Если, например, тот, кто уже стоит на пороге смерти, чем он должен заниматься? Парикшит Махарадж начал задавать вопросы. Что же делать тому, кто уже должен умереть? И риши, они начали говорить, кто-то сказал, ты должен совершать ягью, кто-то говорил, пожертвования раздавать. Шри Парикшит Махарадж, он, слушая об этом, он думал о Харикатхе Господе, и он решил, что это самое важное, Харикатха Господе, таким образом я должен использовать свое оставшееся время. Прежде всего, хотел бы предложить свои бесчисленные дандават пранамы лотосным стопам моего духовного учителя Нитьянанда Прабху Вишнупада Аштатара Шатла Шишимад Бхактиши Руп Сиддханте Госвами Махараджу. И также моему Шикша Гурудеву Нитьянанда Прабху Вишнупада Аштатара Шатла Шишимад Бхактивиданте Чанарайна Госвами Махараджу, собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. Мои низкие поклоны. Вчера мы слушали о двух видах людей, те, которые обладают очень острым разумом, и также те, которые не обладают таковым. И поэтому, чем они должны заниматься? Я вчера объяснял эту тему. Чей разум находится под влиянием и разрушен материальными желаниями, они должны поклоняться полубогам. И также, поклоняясь полубогам, они могут достичь исполнения своих материальных желаний. Но тот, кто очень разумен, чем они должны заниматься? Они должны поклоняться Господу Кришне, Парампурушам. И тот, кто обладает разумом, но если у него все-таки имеются желания, как ему он должен поклоняться? Шри Нараяне, Шри Рамачандре, Шри Кришне. Например, те, которые желают освобождения, они ищут возможность служить Шри Кришне. Но те, кто живет в семейной жизни, или они желают обрести семейную жизнь, обрести хорошую жену, сына и так далее. И поэтому они не готовы совершать поклонение, чтобы обрести мукти, потому что они желают удовлетворить свои материальные желания. И поэтому,
как, например, Раван, его также звали Дашанан. Он, у него было 10 голов. Он для того, когда он даровал, он для того, чтобы удовлетворить Шанкара, он что-то очень сделал, то ли, он совершал очень суровые аскезы. Как, например, Хираньякашипу, он совершал очень длительное время, он стоял на пальце, на большом пальце стопы, и в течение, и когда он также совершал поклонение Брахме, Брахма был удовлетворен его аскезами. Поэтому тот, кто желает обрести материальное, удовлетворить материальное желание, он, как, например, когда Хануман, он сожег Ланку, кто-то сказал ему, Шанкарджи, Шанкарджи и также Брахма, они, Шанкарджи, он сказал, узнав об этом, он сказал, кто такой Хануманаджи, это сам Шанкар, сам, проявление Шанкара, Рудра. Вот в этой шлоке объясняется, что когда Шанкарджи увидел, он думал, что в этом теле я не могу служить Шри Раме, и поэтому он принял форму Ханумана. И Аравана, он также поклонялся, он поклонялся Шанкара, Шанкар в образе Ханумана, он сжег Ланку, что касается. Поэтому и тот, кто служит слуге, оставив поклонение полубогам Шанкара, кто такой? Он очень близкий преданный Господа. Поэтому если тот, кто оставляет Господа и служит его слуге, такому как Шанкарджи, он принимает поклонение. Но даже когда он принимает поклонение, он в форме Хануманаджи, он сжег Ланку того же самого Равана, который поклонялся Шанкаре. Точно так же, как, например, ребенок. Он просит свою маму: «О, мама, дай мне 100 рупий». Мама спрашивает: «По какой причине?» Если, например, ребенок скажет: «Я хочу выпить яд», а разве она даст ему деньги для того, чтобы он принял яд? Если, например, ребенок хочет ладу, качори, что-то еще, поэтому мама, она даст очень хорошее приготовление, она не даст ему деньги, чтобы приобрести яд. Но если, например, у вас 100 рупий, и вы пойдете к этому продавцу, заплатите, он даст вам яд. Вы можете приобрести яд. Потому что у него есть бизнес, и он заинтересован в получении денег. И поэтому, если вы дадите ему, и он даст вам яд. Но какой причина? Потому что у вас нет общения, нет взаимоотношения с ним, у вас нет любви и привязанности. А с другой стороны, мать, у нее очень большая родительская любовь. Поэтому она никогда не даст деньги своему сыну, чтобы он приобрел яд. Хираньякашипу, он совершал аскезы Брахмаджи. И Брахмаджи, он сказал: «Все, что ты желаешь», он не отказался. Почему? Потому что не было отношений. Но Господь, с другой стороны, он является Бхакта Ватсали, тот, кто обладает также Бандху, тот, кто является самым большим другом. И также Бхакта Ватсали, он является и родителями, он является отцом и матерью, он является вам братом, он является истинным другом, он все для вас. Как Парикшит Махарадж, он поклонялся Господу. Он... А,
другому хорошо, извинюсь, как, каким образом он служил Господу. Он хотел обрести дворец царства, еще даже более, чем у его отца. Он сказал, что я пришел служить тебе за деньги. Я искал этот осколок стекла, думал, что это бриллиант, но я потерял возможность, когда я обрел твой даршан. У меня уже не осталось никаких желаний, я ничего не желаю. Я желаю лишь только служить тебе. Поэтому Парикшит Махарадж говорит, если вы хотите совершать бхакти, вы не должны поклоняться полубогам. И также мы слышали о том, как Шисута Госвами обратился. В этой шлоке объясняю. Что сын, когда зовет, чья жизнь она достигает успеха, тот, кто совершенным образом тратит всю свою жизнь на служение Господу, участвуя в киртане, слушая харикатху, то человечный вот Пачакравати Такур объясняет это очень прекрасным образом и детально в своих комментариях. Человечный вот Пачакравати Такур говорит, послушайте, не задерживайтесь, не задерживайтесь ни на мгновение. Если есть возможность, слушайте харикатху. Почему? Потому что когда жизнь, она настолько краткая, и каждое мгновение уже не вернется. И все это ведет к смерти. Вся эта жизнь. И поэтому единственное, слушая харикатху о Господе, таким образом вы сможете обрести бессмертие. Когда вы даже слушаете на короткое мгновение, какой-то короткий период, промежуток времени харикатху, это все равно также является большим благом. И если вам осталось жить 5 дней, вы слушаете харикатху, это то, что действительно дарует вам возможность. Но если у вас нет этой возможности или нет желания слушать харикатху, даже если вы будете жить одну калпу или две, это не принесет никакой пользы. Но даже если 5 дней у вас будет, и вы будете слушать харикатху, вы обретете духовное благо, которое всегда останется с вами, как на примере дерева. Как дерево, которое дарует фрукты, плоды, вы можете понять, что все это дерево, которое дарует, которое плодоносит в определенный период и дает фрукты, фрукты то, что является конечной целью того, для чего дерево предназначено. Поэтому даже если очень маленькое время остаетесь вы в саду Санги, слушая харикатху, даже за это время сделать можно свою жизнь успешной. Но если вы всю свою жизнь совершаете Кришна Киртан, слушаете харикатху, какой же будет результат? Когда вы слушаете Бхагават-катху, какие-то очень маленькие истории, вы очень привлекаетесь, как один ученик Шрилы Прабхупады рассказывал харикатху. И один мальчик, который шел из деревни в деревню, он шел, и он подумал, сейчас ночь наступила, я лучше останусь в деревне, не пойду дальше. И я попрошу кого-нибудь. И он пришел, и там храм, и там можно было остановиться в этом храме. Там было, можно было где-то переночевать в этом храме. И
и вообще раньше, и так же, как вечером собираются преданные, программа обсуждения Бхагавата Рамаяна, как в деревне тоже бывает, по вечерам собираются жители в каком-то месте и обсуждают харикатху. И этот мальчик, он уже готов был уже спать, потому что он устал в течение дня, и он уже был почти засыпал. И кто-то из деревни пришел, и там начали совершать киртан недалеко, где он находился. И деревенские жители пришли, начали совершать. Но этот юноша уже был готов, хотел заснуть, но из-за того, что было очень шумно, и он проснулся, и он начал хлопать в ладоши, и он начал слушать Рамаяну, харикатху он начал слушать в собрании жителей деревни. И он подумал, что я уже готов был уснуть, а сейчас я... Но у него не было никакого интереса, но тем не менее он сидел и слушал харикатху. Он был очень уставший, хотел спать, но он остался и продолжал слушать. И как-то, в общем, прошло время, когда все ушли, он успокоился и уснул. И после некоторого времени, через несколько дней, он умер. И когда он лежал на кровати, ямадута пришла, и то, что вы совершаете с помощью языка, тела и ума. Да, и Марадж этот открыл список того, что он совершил, хорошую деятельность, греховную или же благочестивую. И он посмотрел и сказал, что он ничего хорошего не сделал. Он шел из деревни в деревню, он обманывал людей, таким зарабатывал деньги нечестным путем, обманывал людей. Читрагупта далее сказал, он на самом деле совершил благочестивый поступок. Он слушал харикатху однажды, без всякого интереса. Он путешествовал, однажды он остался в деревне, там, где был храм, и слушал рамакатху. Ямарадж подумал, какого... Он сказал, ты хочешь вначале обрести последствия греховных поступков или благочестивых? Он сказал, нет, благочестивых. Он тогда сказал, на Сваргалоке ты можешь провести время. И он пришел, какое-то время определенное. И он увидел, когда на Сваргалоке, он увидел прекрасных женщин, Канан, прекрасные сады, которые окружали его на райской планете. Не такой свет, который мы можем видеть. Это подобен свет, который подобен светящему такому сиянию, которое постоянно, никогда, и днем, и ночью присутствует на Сваргалоке. И он подумал, через час я должен буду отправиться на адские планеты. И он шел, и он увидел в одном месте... Что там произошло? Он посмотрел, что-то там произошло, и он увидел Ваманадева Упендра, который младший брат Индры. Упендра находился на... Также Чатурсана находились там. И сатвик эти риши, которые находились в этом собрании, и все остальные слушали харикатху и собрание, в этом собрании. И он услышал, он вспомнил, что я же услышал уже однажды киртан, и харикатху слушал, поэтому я пришел сюда. А теперь здесь, на райской планете, я увидел
и Харикатху я могу послушать. И он подумал, что если я посижу здесь еще часок, я смогу еще дольше пробыть на этой райской планете, не только один час. И когда совершали киртан, и он также вместе со всеми киртан, со всеми, и слушал Харикатху, в этот момент он реализовал, что один час уже прошел, но никто за ним не пришел, чтобы взять его на адские планеты. Он подумал, это, наверное, из-за того, что я слушаю Харикатху, и поэтому я обретаю духовный результат. Никто не приходит за мною, хотя время уже прошло, и ему было очень хорошо. И он подумал, я не хочу это место больше оставлять. И эти ямадуты, они находились там, и они подумали, где же эта личность? Обычно все, кто туда приходит, они не могли его найти вначале, потому что все, кто приходит на райские планеты, они пытаются удовлетворить свои чувства материальные. И поэтому, а потом они увидели, что он находится в общении, слушает Харикатху, участвует в киртане. Точно так же, когда вы слушаете Харикатху, вы уходите возле Такуржи, поэтому в это место никогда ямадуты не придут. Почему? Потому что это место тех, которые никогда не... они бессмертных. Тех, кто никогда не умирает, когда он находится в этом духовном процессе. И поэтому... собравшиеся там продолжали совершать киртан, харибол, харибол, когда произошло это на какое-то мгновение, и он как бы очнулся из того, что к нему пришло, и он увидел себя находящимся в этом деревне, в том же самом месте, где он слушал Харикатху, будя деревенских жителей, которые продолжали рассказывать и слушали Харикатху. Почему в том месте, которое с помощью Харинам Санкиртана, слушание Харикатхи, все болезни и все неприятное не может прикоснуться к этому месту. Потому что если мы будем громко воспевать, слушать Харикатху, то тогда даже ковид этот, он не может оказать никакого влияния. И поэтому, когда он был на Сваргалоке, он хотел удовлетворить свои чувства, но на самом деле это не произошло. В течение этого часа он хотел насладиться этой райской планетой. Но там, где Харикатха, там, где Господь находится в центре, там находится Господь, где сам Господь обратился к Нараджи, что я нахожусь лишь только вот там, где мои преданные совершают киртану мне. Я не нахожусь ни в каком другом месте. И поэтому, когда он реализовал, то есть, почему? Потому что вот эти ямадуты, в конце концов, они не могли войти там, где совершается киртан, где слушает Харикатху. Поэтому они так и остались за пределами. А в своей медитации он увидел себя там, где он находился прежде, также слушая Харикатху, в той самой деревне. Поэтому тот, кто слушает Харикатху о Кришне, то тогда вся нечистота в сердце, она исчезает и дается пример дорогого друга, который может прийти в ваш дом, но если он не найдет место, куда присесть, а стул грязный, он не спросит своего друга, чтобы он очистил этот стул, он сам возьмет тряпку, очень хорошо все вымоет и сядет. Поэтому кто ваш самый лучший друг? Это сам Шри Кришна.
Когда вы слушаете харикатху с помощью ушей, также приходит ваше сердце и усаживается на троне вашего сердца. И что он далее продолжает? Вся нечистота, вся грязь, которая находится в вашем сердце, будет совершенно чистым. Сам Кришна очистит ваше сердце. И затем вы сможете отправиться на Галоку Вриндавана. Шри Кришна Вадхачакравати Такур комментарии к этой шлоке объясняет. Поэтому не задерживайтесь, не думайте, что у вас очень много времени впереди. Если у вас есть шанс, не утеряйте этот шанс. Например, когда, находясь под деревом, когда созревает на этом дереве, это длительный процесс. Если вы будете стоять постоянно под деревом, вам придется долго ждать. Но несмотря на это, как и даже если очень короткое время вы проведете в саду санге, слушая харикатху, вы обретете ни с чем не сравнимый результат. Как, например, пожертвование, которое совершается квалифицированным человеком, которое становится вечным. Для примера. Как мы слышали, Друва Махарадж, каким образом он раздавал коровы, и там, когда он раздавал коровы, и какая-то корова вернулась, которую он раздал. Поэтому вы не можете снова как бы, эту корову, которую пожертвовали, снова пожертвовать. И он сказал тому, который пожаловался на него, он сказал: «Я тебе дам 10, 100, я тебе 1000 дам». И из-за того, чтобы сохранить престиж этого риши, он сказал, что ты... Как же можно обрести даршан Кришны? Тот, кто обретет, например, прекрасную форму полубога даже, находясь у лотосных стоп Кришны. Кришна, он спросит, каким образом я смог обрести эту форму. Он скажет, я не знаю. Он скажет, нет, ты знаешь, почему? Потому что ты являешься тем, кто совершает все творение в этом мире. И поэтому на примере этого Махараджа он также жертвовал очень многим жертвовал. И однажды он даровал Шримад Бхагаватам. То есть он через Вайшнава, который пришел в его царство, к какому-то царю, он сказал: «Саду, я на самом деле не нуждаюсь в никаком пожертвовании коров». Тогда раньше не было такого, чтобы печатали книги. И тогда царь написал эту утам-шлоку, он отдал ее Вайшнаву, потому что это утам-шлока, это сам Кришна. Почему? Потому что из-за этого маленького, кажется, пожертвования он смог обрести даршан самого Кришны и прикоснуться к его лотосным стопам. Поэтому что он совершал все пожертвования, которые он совершал в течение своей жизни, они увенчались тем, что он смог обрести даршан Кришны. Поэтому то пожертвование, которое совершается раздачей коровы, это карма-канда.
Да, вы, например, кому-то, ну, когда если вы это делаете, это через саду, саду может... Саду может только понять лишь только, что является благом для этого кармаканды брамана. Он делает это для престижа, для своего личного. Но авашнав, который дарует Шримад Бхагаватам, как особое пожертвование для того, чтобы те, которые слушают Шримад Бхагаватам, могли обрести самое высшее благо. И потом это и дает, это вечный результат, это вечное благо, которое дарует вам все самое. И потому тот, кто участвует в киртане и слушает харикатху, может сказать с полной уверенностью, что его ни одна минута его жизни не пройдет зазря. Он обретет что? Он обретет обитель самого Господа. И поэтому тот, кто слушает харикатху, его жизнь не будет находиться под влиянием. Он, его жизнь не будет находиться, он не будет находиться под влиянием времени. Весь материальный мир, он боится кала, времени. Но время, оно само полностью подчиняется, оно находится под, оно подчиняется святому, который олицетворяет бессмертие и бесстрашие. Поэтому обычно часто приходят всевозможные болезни и очень много страданий в материальном мире. Несчастья, невзгоды постоянно окружают. Поэтому все проблемы, которые приходят в этот материал, они закономерны. Но то, что приходит в жизнь преданного, что является проблемой, однажды моего Гурудева спросили, в саду они принимают грехи и могут также иметь реакцию. И он сказал, что те, которые служат вайшнавы, потому что вайшнавы, они на самом деле никакого не принимают служения. Но без служения как же могут освободиться? И поэтому, когда вайшнав, он болеет, то тогда другого есть возможность послужить ему. Поэтому мой Гурудев, Шри Рупа Сиддханта Махарадж, когда он совершал свои последнюю лилу в этом материальном мире, иногда он совершал уже эти лилы болезни, таким образом он занимал всех своих учеников, он говорил, что утром, вечером, днем он давал возможность, потому что без служения Гурудеву и вайшнавам никто не сможет освободиться. Поэтому то, что нужно Гурудеву, какая бы болезнь была, какая-то проблема не приходит в жизни вайшнава, это лишь только для блага всех остальных его учеников и последователей. И поэтому, служа вайшнавам, что произойдет? Бхакти сукрити будут увеличиваться. Поэтому лишь только с помощью Бхагават Ичха, лишь только по желанию Господа, иногда в жизни вайшнава приходят проблемы. Но это не происходит под влиянием времени. Господь даровал нам человеческую форму жизни. По какой причине? Это очень важная шлока. Мой Гурудев, он давал класс, лекцию, посвященную этим шлокам, с комментариями Шрилы Вишнаватха Чакрати Такура. И мой Гурудев очень строго говорил, объясняя эту шлоку на бангла. Если вы хотите жить в этом мире, как, например, деревья, они обладают
как баняновое дерево, он тысячу лет живет и постоянно продолжает жить, как пипл три, банановые деревья. И также в Калькутте там есть очень много деревья, которые живут очень длительные, очень древние деревья, которые живут очень длительный срок. Многие приходят, чтобы увидеть их. Они такие очень громадные уже по своим, баньяновые и другие деревья. Как баньяновые деревья, вы знаете. И которые живут очень длительное время. Он рассказывает также о питании, как для того, чтобы поддерживать существование. Иногда мы также хотим что-то очень сладенькое, как желеби или кейк или что-то еще. Ну, далее. Если, ну, вы знаете, животные, которые травоядные, например, они не могут употреблять что-то другое. И в действительности, то удовлетворение, которое получают живые существа, такие как люди или животные, они находятся на одном уровне. Удовлетворение голода. Даже животные не так же испытывают удовлетворение, которое испытывают люди, как, например, и также, например, когда животные размножаются, они даруют рождение своим детям, как обезьяны в Вриндаване мы можем видеть, и другие животные. Все эти принципы очень похожи от животных и в животной форме и в человеческой форме. Все эти четыре принципа соблюдаются. Как, например, рыба, которая может очень длительное время жить. И также, ну вот он рассказывает о четырех принципах, таких как употребление пищи, защита, совокупление и сон. Рыбы, как они размножаются? Они тысячи больше имеют этих, как сказать, потомство составляет, чем человек. И поэтому во многих случаях животные, они даже превышают способности людей. Во многих случаях. В развитии потомства и так далее. Прекрасно, чтобы...
Thank you.